Итак, Александр Клюев против Евгения Трифоненко. Понеслась на вбрасывание, берет этот мяч. Еще на Пиниче тут пытается пройти под кольцо и забивает мяч через Клюева. Саживается Маврин, играет хэндофф с Александром. Александр идет в правую сторону, в итоге на... Антона в правую сторону, двух защитников поднимают. Во, шаги. Защитник и смог он здесь бросить. Ну а Эскалаидов хорош на его шаги. На примере матча Роснефть и Московского, что у команд бывают проблемы с... Олег Борзилов, игрок, который совсем недавно присоединился к Роснефти, но... К большому сожалению, Спартак снова проиграл. И... без мяча играл, но вот сейчас имеет возможность свои первые очки в матче набрать и уверенно один раунд. Здорово сейчас мяча. Роман Васильев увидел Михаила Антонова, и это забегание с раут. Что? Не зря был признан промежуточным MVP. Ну вот тогда в концовке Антон Кравченко практически вернул интригу в матч, забив, по-моему, 3. Виталий Кузнецов начинает быструю атаку своей команды и имеет возможность трехочковый забить вот там. Обзор был и началась потеря. Ершков мяч доводит до Козлова. Сергея! Приходит заслон от партнера. Это был Илья Курашкин, который впервые, опять же, появился только... Второй четверть также все в холостую. Козлов сопротивление не забивает, но хорош здесь курт. Пока не идут, опять же, знаем, что есть бросок у снайперов. Ну и Нарасов подкорулил, точнее, нерасторопность, скорее, игроков Роснефти. И здорово. АМС уверенно, Маврин перевод под ногой делает и давит. Вот и... Шамов, хороший пас на Пинич. Илья забивал уже. У АМС с Александра сам пробует исполнить. Опа, не может обойти защиту без нарушения правил и просыпают они. Точно, если мне на 13. Итак, Шамов. Маврин. Маврин здорово осмотрелся, но здесь в итоге мяч потерял и обидно. Встреча, даже несмотря на преимущество его команды, уже довольно существенное. И... показала Роснефть. Самый результативный в их составе Илья Пинич на счету центрового. Делали они работу над ошибками. По подборам 27-19, также АМС впереди и еще... 33 они сыграли. Это еще... подбор в атаке берет и Лесных пробует заброс на Трифоненко, использует, но хорош Мих... Очковый точный, 7 минут пока на площадке он провел. Но у технического брака также много, 2 пробега. Подверг своего подопечного жесткой критике Лесных. Показал, что будет отдавать, но в итоге прошел, и здесь по лицевой.
Отличная атака уже Антон Васильев. Ой, Юрий Васильев, конечно же. Отличная атака уже. Сергей Козлов хорош. Плюс 30 у АМС, Трифоненко. Это лишь возможная усталость. Но здорово, Козлов разворачивается и увидел ход. Ход Кузнецова не заставил себя долго ждать. И есть легкие 2 очка. Пинич! Треть четверти. Роснефть набирает 13 очков. Роман Васильев. Евростеп не заносит, но подбор также за 8-м номером АМС и Евза. Роснефтью, но ненадолго, и устремляется в быструю атаку. Сейчас Али. Вероятен вариант 2 легких очков. Опять же, это все лишь второй фол для АМС. Которая ведет счет, собственно, АМС. Сергей Козлов, 15 очков. Андрей Александров теперь. Таких вот бросков в исполнении игроков. Измайлов 3 пробует ответить. Третий четверть также показатель, который говорит о многом, но не обо... На бросок Мельников, он сегодня уже угрожал трешкой и сейчас забивает через Маврину. Бьет без промаха, и Курышкин со средней пробует на атаку Мухи. На дуге видел вариант, Измайлов сам решил бросить 3. Интересно очень обыгрывает Сергей Козлов, даже свободной рукой особо не пользуется, но при этом так, Роснефть против Антоняна рискует быть 2 из 2. Дворье. Хотя и так он был выше, но еще. Где-то между Пармой и Калином такой момент. Очень интересный, когда мяч. Роснефть в атаке, 45 секунд остается. Лесных, а Лесных хорош сегодня.